Хранилище книг на пересечении Самарской и Маяковского по обложке судить еще рано. В филиале Центральной городской библиотеки имени Крупской продолжаются ремонтные работы. Подрядчики завершили перекладку всех коммуникаций и приступили к отделочным работам. Начали стяжку пола, в ближайшие дни заменят окна. Кроме того, приведут в порядок и фасад здания. Все материалы приобрели, многие уже завезли на объект. Также в библиотеку уже закупили мебель и компьютерную технику. Ход ремонта оценила глава Самары Елена Лапушкина. Стройматериалами у нас закуплены все на отделочные материалы. Отопление все на месте. У нас сейчас осталось стяжка. А вот в филиале 14-й детской библиотеки внутренние отделочные работы уже в самом разгаре. В одной из комнат, где будут небольшие сцены для выступлений, развесили люстры, по всему зданию уложили напольные покрытия. Идет подготовка к установке мебели и технических устройств, компьютеров, проекторов и различной музыкальной аппаратуры. Здесь будут созданы комфортные условия для разноплановой работы. Здесь будут и встречи с писателями, и концерты, и индивидуальные занятия с детьми. То есть будут и камерные истории тоже продуманы, такие будут и места индивидуальные для чтения. Библиотеки станут не просто местом, где можно взять книгу, а полноценным информационно-культурным центром. Так, например, филиал 14-й детской библиотеки станет местом слияния разных культур народов Поволжья. И той, и другой библиотеки есть своя концепция, есть своя история. Эта библиотека на Ленинградской говорит о дружбе народов, многонациональности в Самаре. В любом случае, когда дети придут в эту библиотеку, они сами оценят. Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура», основная задача которого – обеспечить максимальную доступность к объектам культуры. Закончить ремонт в двух учреждениях планируют уже в сентябре. Андрей Горбуленко, Николай Епифанов. События.